Продолжается догазификация населенных пунктов Тобольского района. С начала марта специалисты начали вводить стояки по программе социальной газификации на территории Верхнеремзянского сельского поселения. Голубое топливо пришло сюда в начале 21 века, но не все жители имели финансовую возможность провести себе газ. Теперь совершенно бесплатно газифицируют 15 домов Кирюшино, Чукманки, а также в селе Верхнеремзян. Здесь разрабатывается параллельно программе бесплатной дегазификации программа газификации Тюменской области 24-29. Соответственно, те негазифицированные населенные пункты могут войти в эту программу. Любой домовладелец может обратиться с заявлением либо через портал единого оператора газификации и бесплатно провести газ до границ земельного участка.